Где же все? Разве прилично опаздывать на день рождения? Оскар, у меня плохие новости. Чего там такое? Они не придут. Смотри, что написали. Ну что за тупая причина? Пришли! С днем рождения, Оскар! Спасибо. Оскар, ты куда? Проходи за стол. Посмотри, тут какая динозавровая вечеринка. Все твои динозавры собрались. И еще один новый. Здорово. Ладно, спасибо. Ну, Оскар, я же говорила тебе, он слишком взрослый для этого детского сада. Ему нравятся динозавры, просто надо было меня послушать и взять большого. Стойте, не ругайтесь, он вообще не из-за этого расстроился. Чего ты взял? Да к нему на день рождения никто из друзей не пришел. Они написали, что сейчас век толерантности и дружить с ним не модно, потому что он хейтит кошек. Ничего себе, тоже мне друзья. В наше время такого не было. Нет, нельзя это просто так оставлять, нужно обязательно что-то придумать. Это самое худшее день рождения в моей жизни. Оскар, не расстраивайся, пойдем отмечать день рождения с настоящими друзьями. У меня больше нет друзей. Все меня бросили! Как же нет, Оскар, у тебя почти 11 миллионов друзей, и никто бы из них тебя никогда не бросил. Мои подписчики, что ли? И куда вы их всех позовете? Вы что, надо мной издеваетесь? Кирилапы согласились нам помочь, будем отмечать на их открытии целых 2 дня! А когда? Я хоть успею от слез оттереться. 12 февраля в 15.00 ТРЦ «Небо» и 19 февраля в 14.00 ТРЦ «Город Косино». Классно, друзья! Буду вас всех очень ждать!